Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем с вами Assassin's Creed Brotherhood. Отправляемся на новое задание. Катерину мы спасли. Это? Где Макиавелли? Я не нашла его. Я привел графиню сюда. Катерина, не хочешь рассказать нам, где ты был? Искал Эцио. Что слышно о Чезаре Родриго? Чезаре уехал, прежде чем я смог подобраться к нему. А Родриго вообще нигде не видно. Странно. Обычно Родриго сидит в замке. Да, очень странно. Зря потратили время. Не обижайся. Я не обижаюсь. Чезаре в Урбино. А значит, мы должны собирать силы. Разве мы не хотели нанести удар сейчас? Это невозможно. У Чезаре огромная армия в Романье. Тебе не добраться до него. Значит, будем действовать здесь, в Риме. Лишим Борджиа влияния и соберем наши силы. И я хочу начать прямо сейчас. Вольпе, приведи сюда Клаудио и Бартоломео. Макиавелли, встретимся на площади. Позаботься о ней. Смотри, Борджиа обирает людей до нитки, чтобы удержаться у власти. Что ты собираешься делать? Привлечем его на нашу сторону. Ты шутишь, да? Чтобы победить в этой войне, нам нужны верные бойцы. Вербуя врагов государства, мы вооружаем тех, кого разоружили Борджиа. Ну иди. Вербуй новобранцев. Человек из народа. Защитите двух римлян от солдат Борджиа и убедите их вступить в гильдию ассасинов. Потеряйте не больше 5 пунктов здоровья для полной синхронизации. Завербовать ассасинов. Помогайте горожанам, убивая стражников. Давай! Ну ты, блин, вообще самая незаметность. Молодец. Освобождение Рима началось. Спасибо. Я с радостью буду служить такому храбрецу, как вы. Ассасин завербован. Этот горожанин только что вступил в вашу гильдию ассасинов. Помогите еще одному горожанину. А что-то поблизи... Вблизи не видно, не вижу. Каким образом, кому и где помочь? Ну, давайте пробегаем маленько, пробежимся. Опа! Ну, правда, я не так хотел. Отстань от меня. Бежать! Не туда! Бежать! Да, отцепись ты от него. Кто там орёт опять? Сеньор, вы настоящий современный римлянин. Правда? Спасибо. Да кому помочь-то? Пусть мне карта поможет. Ну, они хоть отмечены. Давай, иди сюда тогда. Да не туда. Ай, клавиатура не двигается. Неудобно. У нас уже 11 500, неплохо. Надо листовку сорвать. Однако, такое точно не каждый день увидишь. Ну, вообще можно и каждый день. Если внимательно смотреть.
разбежались в ужасе. Ты останешься жив и предупредишь остальных. Освобождение Рима началось. Вы спасли мне жизнь. Пожалуйста, распоряжайтесь ей как хотите. Я уплачу свой долг потом и кровью. Да куда ты денешься? А можно еще освободить? Да, можно. Тогда поближе к заданию. Или по пути к нему. Пойдемте. Будем собирать свою армию. Да, ты особенный, в самом деле. Да найти бы еще этого мирного жителя. Ты все равно умрешь. Но если ты говоришь, умрешь. О, тебя послал! Отстань от нее. Освобождение Рима началось. Отлично. Пожалуйста, научите меня сражаться с ними. Ну, меч у тебя нехороший. Точнее, неплохой. Достижение. Братство. Ух, ё-моё. Было маленько высоковато. Собрать больше ассасинов надо. Дурак. Зачем меня толкнул? Вызовите ассасина. А, ага. Молодцы. Я ничего не сделал. Это без меня. Это еще что такое? Что случилось? Кто это был? Этот негодяй, Мальфато! Куда он пошел? Туда! Рецидивист. Мальфато убивает девушек в квартале Тибр. Найдите и убейте его. Покажите ассасинам ученикам убить цель. Рецидивист. Мальфато убивает девушек в квартале Тибр. Найдите и убейте его. Полная синхронизация. Прикажите ассасинам-ученикам убить цель. Ну, да не вопрос. Я же сказала, чтобы ты не приходила сюда. Спасибо. Благодарю. Ага. Негодяй. Да что ты делаешь? Внимание, там? Нет, я хочу, чтобы вы разошлись и отвалили от меня. Куда? Ну, быстрее показывай. Дел, Бетто, как странно.
анимале. Вижу. Ах ты гад. Стой. Забирайте его жизнь. Реквеска, Тенпачи. Точно, маньяк, рецидивист. Это без меня. Я смотрю, тут кому-то нужна помощь. Ну кто нападет первый? Ты давай. Даже не думай. Борже, совершили уже столько гнусностей. Все никак не успокоится. Освобождение Рима началось. Тысяча благодарностей, друг. Вы отличный воин и, похоже, сражаетесь за правое дело. Может, вам нужен товарищ по оружию? Конечно, нужен. Что там случилось? Это тоже пацанчик, которого мы спасли. Бомбина, почему ты плачешь? Они сказали, что повезут мою маму на лодке. А, он просто сказали, похож. Что потом придут за мной. Кто? Человек из замка привел солдат и арестовал нас. Он страшный. Да, не страшный. Но ты же смелый, верно? Ты спасешь мою маму. Груз, люди. Найдите и убейте Сильвестра Сабатини и освободите его рабов. Прикажите ассасинам-ученикам убить цель. Тренируем. Куда повели твою маму? Они пошли туда. Хорошо. У тебя здесь есть родня? Есть дядя. Иди к нему и по дороге ни с кем не разговаривай. А где наша цель? Далеко? Не хочу я про него читать. Неинтересно. Ой, ну недалеко, но опять бежать и возвращаться. Вообще бы убить этого капитана стражи и забрать вышку. Ну да ладно, я это сделаю потом. Ну ты можешь подвинешься, жирный. Вот так вот. Не будешь больше выпендриваться. Ты объявил еретиков. Мы тоже могли что-то сделать. Третьим главным врагом Рима, Ватикану и Господа, после... Из-за чего все это безвражно? Ты думать умеешь? Мы заслуживаем уважения. Или сказали, что бить себя кулаком в грудь? Отвалите. Он закончит на висимо, если не остановится. Какая необычайная дерзость. Что такое? Где наша цель? Макоза? Люди совершают невероятные поступки. Вот он. В смысле неверная цель? Ты чё, дурак? А, проследить за ним надо, похоже. Да, не в ту сторону.
Вы телепорты, вы с ума посходили? Просто из воздуха взялся всадник. Да как ты меня видишь? Я вообще на другом краю моста, считай, иду. Ну ты еще побольше, смотри, подольше. Я вижу, куда ты пошел. Какой отчет? Совет портала призывает пилигримов соблюдать осторожность, проходя под канализационными сооружениями, а также приносит... Да ты козел! Куда ты там рванул? Я вижу тебя. Можешь не прятаться. Как вы достали фигней своей. Реквест Тенпачи. И все. Никаких разговоров. Что, вы справитесь? Смей трогать моих учеников. Да убейте его, правда что. Посетите голубятню, чтобы раздать контракты ассасинам-рекрутам. Хорошо. Отправим их на задание. Новый рекрут. Получен сигнал вызова ассасина. Рекрут. Понятно, понятно, понятно. Ассасины. А, их еще прокачать надо. Понял. Понял. Одного мы можем еще завербовать. Для следующего надо башню освободить. Контракты. Давайте во Флоренцию кого-то отправим. 80 очков опыта, сложность 3. Вот, сложность 1. Давайте сюда. А, недоступно. А, все. Отправляем. Приступить к заданию. Вероятность успеха 100%. Хорошо. Убить священника. 96%, да, фигня вообще. Ой, слишком сложная, слишком сложно. В Риме. В Москву, нифига себе. Тоже сложно. Париж. Давайте в Париж. Отправляем, 98%. Лондон. А, недалековато. 100%. Отлично. Все, всех отправил. Проверим. Контракты. А можно как-то просто... А, вот, ага, на контрактах. Все, отлично. Где наше новое задание?
опять возвращаться. Да вы задолбали уже. Бегать и бегать. Больше беготни. Подходите, друзья! Сегодня у меня... Откуда такая... Вот я и добежал до следующего задания. Давайте приступим к нему. Нежданный гость. Выясните, откуда доносится голос. С крыши? Иди сюда. Чего? Эй, Эцио, сюда. Куда? Это что еще такое? Иди сюда. Чего? Келя. Эцио. Леонардо. Что за коробка? Я знал, что налет на Сант-Анджело твоих рук дело. Я рад видеть тебя, друг. Иди сюда. Эцио, прости меня. Борджиа заставили меня работать на них. Они бы убили меня, если бы я отказался. Что им нужно? Боевые машины. Оружие для солдат Борджиа и множество других ужасных вещей. Я хорошо над ними поработал, Эцио. Держи. Это имена тамплиеров, которые руководят постройкой машин. Чезаре собирается снабдить свою армию моими изобретениями. Уничтожь эти машины. Грация. Я займусь чертежами и самими машинами. Боюсь, что самое худшее впереди. У них яблоко. Да, я знаю. Я отдал яблоко Марио. Мне очень жаль Эцио. Чезаре передал яблоко мне, чтобы я изучил его. Но Родриго забрал его, и я не знаю, где оно. Рано или поздно я верну его. Но, Леонардо, я потерял все то, что ты сделал для меня. Я никогда не забываю чертежей и смогу изготовить все заново. Но тебе придется оплатить материалы. В самом деле, Ватикан тебе не платит? Очень, очень мало. И никто не должен видеть нас вместе. Никто не должен знать, что мы встречаемся. Указывающий перст. Он указывает, где тебе сесть. Так что садись. Да, маэстро. Садимся. Двойной клинок, наконец-то. Бенни, я скоро вернусь. А можно было несколько заказать? Просто как-то по одному заказу ему давать тоже безрассудно. Я смогу убивать больше врагов. Десмонд, я загрузила координаты Лео на карту. Ты сможешь увидеть, куда он пошел. Я еще хочу заказать. Чтобы улучшить синхронизацию, ты должен уничтожить машину Леонардо. Я отметила местоположение тамплиеров, которые руководят их созданием. Если мы обнаружим новые машины, я нанесу их на карту. Так, где у нас Леонардо? Леонардо, ты где? Ты где? Ты куда делся? А чё новое задание так далеко? А, не вижу задание Леонардо.
Давайте. Для машины. А куда присесть-то? А, вот. Леонардо, да-да-да. Есть. Буковка L. Буковка L. Ее я пока не вижу. Видимо, пока нету. Хорошо, ладно. Что нам там за письмо? Давайте посмотрим. Выйдем из анимуса все же. Дезмонд вернулся. Да, вышел из матрицы. Какие новости снаружи? Ребекка наладила телефонную связь. Тамплиеры все еще охраняют границу, и Видик тоже не сидит сложа руки. И чем он занят? Судя по всему, он использует анимус для подготовки агентов Абстерго. Как это? Абстерго готовится к наступлению. Ну, понятно. Дальше, дальше. Ты же единственный ассасин, которому удалось пробраться в Абстерго. Откуда у тебя эти данные? Остались старые пароли, однако вглубь сети я влезть не могу. А еще? Мне некогда болтать. Зашибись. Отрывками разговаривать. Есть идеи насчет шифра, который Макиавелли отдал мне. То есть Эцио. Я не могу расшифровать его. Это шифр Вернама. Что это? Шифр с уникальным ключом. Представь, что ключом были первые буквы слов Декларации Независимости. Если у тебя нет под рукой декларации, расшифровать текст ты не сможешь. Можно забить текст в компьютер. Компьютеры не всемогущи. Например, они не умеют любить, Ребекка. Любить. Еще что-нибудь? Ну что, Шон, как личная жизнь? Как звали девушку, с которой ты встречался, Кейт? Ах, да, Кейт. Китти-китти-китти-кис-кис-Кейт. Влюбилась в меня по уши. Ну да, конечно. Я точно знаю, что тебе и потискать ее не удалось. Ты, а что, откуда? Мы обедали вместе. Ты обедала с Кейт? Неважно, мне нужно работать. Да не грусти ты так. Я очень занят. Не вижу. Вы трепетесь только. Тебе приходилось убивать? И тебе привет. Когда меня нашли ассасины, я встречалась с одним парнем, экспертом по электронике. И? А теперь я свободна. Ты шутишь? Шучу, конечно. Думаешь, я стала бы шутить про человека, которого убила? Смерть смешна только, когда не видишь ее собственными глазами. Уж я-то знаю. И хватит об этом. Злюка. Я заметил, что ты не обновила программу переводчик. Да, в ней полно ошибок. Если говорят по-итальянски, то она редко сбоит. Но если попадется немец или француз... А что за сообщение-то? Я занята. Понятно. И все? Только для этого нам надо было выходить из анимуса. А какое сообщение это? Вы о чем? Или вы просто так и не пострадать решили? Давайте попробуем наружу выйти. Возвращайся до рассвета. Да, там еще есть наушник и часы. Они? Да, возьми их с собой. Интересно, интересно. И чего нам делать? Задания-то как такового нету. Он хочет здесь найти.
Ну давайте побегаем, посмотрим. Может, что-то есть на крыше? Да тут ничего нету такого. Опа. А это что еще? Достижение. Прах к праху. Интересно. Опа. А это что такое? И в какую нам сторону идти? Наверное, сюда. А, нет. Отсюда, типа, мы пошли. Хорошо. Идем по следу. Это что, кровь или что? Похоже на какие-то следы. И чё? Чё вы хотите? Я вернулся. Эцио ждёт. Возвращаемся в матрицу. Ну вот наше следующее задание. Давайте его начнем. План кампании. Убейте тамплиера-надсмотрщика, чтобы достать карту, на которой указано местоположение одной из боевых машин Леонардо. Отправьте наемников в бой. Наемников, то есть не ассасинов. Понял. А где мне их взять-то, наемников? А, вот они. Ну, пойдемте. К вашим услугам. Хоть бы для задания скидочку сделали. Ах ты черт. Ну ладно. Сильно от этого ничего не меняется. Хватайте его! Карта получена. Где лошадка наша? Следующее задание недалеко. Ассасин Рафаэль вернулся. Отлично. Сейчас мы пойдем уничтожать машину. Бедный Леонардо строил, теперь все разрушать. Пулемет. Колли Альбани. Огневая мощь. По чертежам Леонардо создали машину, которая может уничтожить сотни людей всего за несколько секунд. Нельзя оставлять эту вещь в руках Борджиа. Не убивать никого, пока чертеж не уничтожен. А это уже сложно, никого не убивать. А где само оружие-то? Ты ничего не видел? Никого не убивать, а как? Это же очень сложно.
Но пока нас не видят. Если так подумать. Ой, блин. Это сейчас было опасно. Дружище, дружище, не-не-не-не-не-не-не. А, и то есть, если нас обнаружили, мы просрали вообще все. Мало того, что надо уничтожить, никого не убивая, так еще и не спалиться при этом. Куда ты? Дурак. Ну, ты любитель сигануть туда, куда не надо. Пойдем, наверное, здесь тогда. Здесь нас никто не спалит. Относительно. Но мы уже у цели. Ага, вон она машина. Давай. Готово. Не хочу. Готов. А теперь сам пулемет надо уничтожить. Чёрт. А как? Ну не, ну совсем тупо будет. А как туда залезть? Вы о чем? Только если так. А почему оттуда он не может запрыгнуть? Вы издеваетесь специально? О, как. Ё-моё. А побежать нельзя, типа? Спасибо. Эпично. а кто? Про вторую никто ничего не говорил. Ух ты какой! Ты чё, совсем офигел? Не смей меня стрелять. Ой, попал. Да. Одна лошадь не может догнать повозку, блин, с такой тяжелой штукой. Спасибо. Мост. Ну, я так понял, мы там его перехватим, да? А где звуки убийства? Вы чё? Бегите, правильно. Он хочет украсть оружие. Тихо, не сметь меня стрелять. Не очень-то они умны, верно? Я бы сказал, они совсем глупы.
И все. Слишком. А вот это уже интересно. А, стрелять направо, вы с ума сошли. А, так трясет. О, как четко. Споткнулся. Я тебя подстрелю. А что, насквозь не прошибает? Отлично, вообще замечательно сейчас было. Жми, давай! И все, сбежал. Еще нет, да вы надоели мне уже. Ой! Опасно. А у меня лечилок нету. Опасно, опасно, опасно. На последних хпшечках выживаем. Гад. Да все, хоре, надоело. Что происходит? Я тебя сам подстрелю. Не смей. Не лечиться нечем. Да сколько же вас там? Согласен с тобой. Какой быстрый. Неплохо. Опять. Надоели. Сколько там этих штук? Ой-ой-ой-ой-ой. Как ты попал так в меня? Расходитесь, иначе умрете все до одного. Наконец-то. Нормас. А почему бы себе не забрать? Достижение. Бам. Какое нудное задание. Мы верны. Начинаем следующее задание. Где ты был? Это мой маленький секрет. Я взял на себя смелость организовать систему связи с нашими новичками. Мы отправляем приказы с почтовыми голубями. Спасибо, Макиавелли. Бартоломео просит простить его. Французы усилили натиск. Клаудия? Эцио. Так, у меня есть план борьбы с Борджиа. Мы можем лишить его либо средств, либо сторонников. И того, и другого. Лишим Чезаре средств, и он останется без армии, и вернется ни с чем. Итак, я спрашиваю, где он берет деньги? Вольпе? Папу снабжает деньгами Агастина Чиги. Но Чезаре ведет дела с кем-то другим. Я знаю только то, что этого человека называют банкиром. Я знаю должника этого банкира. Сенатор Эгидио Трокки постоянно жалуются девочкам на жизнь. Бене, я займусь этим. Дорогу, ведущую в замок, охраняют французские солдаты. Ты не сможешь подобраться к Чезаре. Я намереваюсь убить генерала французов. Тогда Бартоломео заставит их перейти к обороне и оставить свои позиции на мосту.
Даже если избавиться от французов, у ворот остается папская гвардия. Я знаю потайной ход. У Пьетро, нового любовника Лукреции, есть ключ. Он был в замке. Приходи позже. Я прикажу моим ворам найти его. Хм, понятно. Да я без вас знаю контракты. Они все мне на задании. Покинуть убежище. А что там у нас еще за задание-то? Давайте посмотрим. Ну, что такое? Понятно. Не хотят. Куда ты? Сейчас я ничем не могу тебе помочь. Я поеду к своим детям, и там буду ждать, когда мне вернут мои земли. Хочу, чтобы ты осталась. Теперь ты предводитель ассасинов. Объедини их, Эцио Аудиторе, и освободи Рим. Витория Али Ассасини! Витория Али Ассасини. План. 100% синхронизация. Твоя принцесса в другом замке. Последовательность 5. Банкир. Ну и где же этот банкир? Опять далеко, да вашу. Давайте посмотрим, где этот банкир. Что нам до задания? Клаудия. Что тебе нужно? Ты говорила про какого-то сенатора. Ищи его на Капитолийском холме. Я тебе зачем? Когда я убью банкира, твои девушки должны отнести его деньги подпольщикам. Ладно. Будь начеку. Возвращение долгов. Поговорите с сенатором Эгидио Троке на Капитолийском холме, чтобы выяснить, где находится банкир. Полная синхронизация. Сопровождайте сенатора, не дав себя обнаружить. Какие вы нудные. Скажите, он еще за 3 километра от меня. Хватит болтать. Дальше подходи. Время платить по счетам. Дайте отсрочку несчастному старику. Нет. Банкир поручил забрать долг. Очень скоро я смогу вернуть деньги. Плохой ответ. Ох, как они ухалаш матят. Мне бы хоть капельку вашей храбрости. Мочи их. Все, готовы. Добрый самаритянин в Риме. А мне казалось, они уже вымерли. Сенатор Эгидио Троке. Я же не должен тебе денег, нет? Я ищу банкира Чезаре. Ха, Чезаре Борджи. А ты кто такой? Друг семьи. У Чезаре много друзей. Но, к сожалению, я не принадлежу к их числу. Я заплачу. Макке Мирабилия! Он сражается со стражниками и раздает деньги. Братишка, где ж ты пропадал? Нам нужно убираться. Я знаю одно место. Андиамо. О, я пошел. Но тебе придется защищать меня. Эти стражники не очень-то дружелюбны, но ты понимаешь. Ты за мной идешь? Хорошо, молодец. Мне нужны мои ребята. Когда они восстановятся? Кто-то очень хочет тебя убить. Несколько месяцев назад мой брат Франческо, камергер папы, молчи. Рассказал мне о планах Чезаре насчет Романии. Я написал послание.
Возьмем арбалет на всякий случай. Предупредите его. Должно быть, мое письмо перехватили. Отлично. Спасибо, ребята. Сейчас, когда вся власть у Борджа, Сенату нечем заняться. Нечем заняться, черт побери. Безделье разрушает личность. Я начал играть в кости, пить и распутничать. А, у меня убить что, их. Одежда пропахла духами? Вроде того. Молодцы. Мне пора возвращаться домой. Ну, куда нам идти-то? Не сюда. Занимались важными делами, законами о жестокости, о сиротах. А сейчас мы пишем указы о допустимой ширине рукавов у женщин. Мы? Ты, например, выманиваешь деньги, чтобы расплатиться с долгами. Займись ими. Я действительно займусь этими проектами, как только соберу средства. Ты когда-нибудь думал про себя? Самым значительным событием в моей жизни станет смерть. Хо-хо-хо, как хорошо. Прошли. Ну, ё-моё. Здесь опасно, нужно идти дальше. Гады. Идем дальше, значит. Здесь мы спустимся? Нет. Ох, ё-моё. Мочи их. Разберитесь там. Прыси на помощь! А ты не мог со спины ему. Спасибо. Откуда вы взялись, черт вас знает. Все равно нет смысла скрываться, поэтому просто пойдем и будем гасить все подряд. Нам нельзя останавливаться, тут слишком много солдат. Можно купить? Нет. Да не хочу я башню смотреть, я понял, что башню надо забрать. Тогда идем дальше. Ну вы... Ё-моё, ты дурак! Ой, дурак! Взял двоих невинных, просто загасил. Кто опять? Да вы... Уходим, 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 бежим. За мной. Давай, 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 давай. Мотаем удочку. Ага, наверх. Понял. Не-н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 е. Давай, давай, быстрее. Того нарвались, ребята. Ну, напади уже. Не стоило так делать. А, как вы меня достали.
Ладно, давайте. Ты... Ты совсем дебил. Вместо стражников прыгнул на людей. Молодец просто. Просто молодец. Нападай уже. Да вы что там с одним справиться не можете, так, вчетвером? Эцио, ты сегодня просто в ударе. Идем. Чёртовы письма. Не нужно было отправлять их послу. Из-за них Чезаре убьет меня. Бенвенуто в дом моего брата Франческо. Слава богу, что сейчас его нет. С тех пор, как он узнал про письма, мы не разговариваем. Так что тебе нужно? Банкир Чезаре. Точно. Я должен принести день. Но дело в том, что у меня их нет. У тебя встреча с банкиром? Где? Пока не знаю. Его друзья встречают меня в одном из трех условленных мест и отводят к нему. Я принесу тебе деньги. Сул, серию? А, перестань. Не вселяй в меня надежду. Опять деньги надо. Ужас. Почему я должен платить за него? Пусть сам собирает. Для доступа к этому воспоминанию нужно 3000 флоринов. Но они у нас есть. А на сегодня все. С вами был Гринайт. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.